Всем привет, с вами Люцис, и сегодня мы отправляемся на рейд базы Цезаря. Вроде что-то такое у меня уже было. Где-то я эту базу уже видел. Может быть, уже и рейдил ее. Что-то знакомое очень. Ага. Неплохо. Неплохо. Нет, вроде бы такого я еще не видел. Так, здесь вольер, колья. Ну, база-то большая. Да, здоровая хрень. Дерево посреди дома растет. Нормально. Эх, ладно. Так, сишки нам не понадобятся, судя по всему. Мы тогда проверим. Будем ломиться сюда, чтобы зомби не смогли зайти. Такс. Ага. Блин, эти два дерева мне особенно придется не мешаться. Сломать этот ящик, смотрим, может что интересно будет. Неплохо. Птички, еда. И, наверное, буду ломиться вот сюда. Тут пусто. Класс. Чоппер. Вот такой себе. Здесь у нас мужичок. Туда мы пройти не можем. Ну, можно сломать вот здесь. И здесь у нас один сундучок. Угу. Ну, судя по всему, весь топовый лут будет где-то. Так, здесь могу. Так. Ну, наверное, буду ломиться вот сюда. Угу. Ну, еще раз. Господи, сколько тут. Еще разок. Угу. Это я тоже срублю. Не мешалось. Итак, что мы имеем? Вот сейчас еще нам нужно открыть. Интересно, у меня по топорам лажа, беда. По топорам беда. А нет, вот один топорик плюс. Купон еще. Ну и вот, блин, ломать, ломать сюда. Смотрю, что у нас тут в этих сундуках. Надо сразу забрать. Тут у нас доски. Здесь у нас... А, здесь у нас камни и доски, да? Это не ломать. В принципе, тут я сложу сюда. Здесь лежит... Пойду... Отобью от зомби, умру и вернусь домой. Давайте, подходите, подходите все. Подходите.
расходимся, не стесняемся, свинца хватит на всех. Ну, остальные где? Идут. Большая орда. Так вот, это мы сюда сложим. Блин, даже не знаю, все. Умирать, не умирать. Хотя, что у нас тут? То есть, можно пойти умереть и посмотреть, что нам выпадет. Так, мы сложим сюда все, что нам не надо. И пойдем умирать об колье. Бегаем тут чуть-чуть. Все, можно воскреснуть и бежать. В принципе, там доски есть, бревна есть, камни есть, все есть, можно. Можно будет создать топоры уже там, когда громила придет. Я все выложу. Вот найду канистру с бензином. Места нету. Сидим. И едем на Пасху. Что тут делаете? Какая свалка большая. Да не надо. Так. Сюда. Смотрим, что можно еще забрать с этой базы. Такого интересного. Так, мы это, ну, в принципе, забираем. Порики всякие нам нужны. Сюда, 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 сюда. Так, и что загрузить? Блин, так и камни остается ложить. Здесь не лучше доски. Доски мне нужны, край. Пойду все сложу в чоппер и будем лутаться дальше. Так, 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 и вот так, наверное. Так, здесь у нас больше ничего нету. Здесь возьму вот это, вот это. Здесь возьму вот это, вот это. Все заберу, потом если что поменяю. Но это всякий случай, чтобы топоры делать. Так, в этом у нас ничего интересного. В этой части. Ага. Ага. Ну, давай посмотрим, что тут у нас. Ну, или ящик. Ну, откроем, посмотрим. Три талона, 14 талонов. И все. А ты вы мой забыл. Может, рейдер мы там. Да, лут пока что не активен, совсем не активен. Так, если что, громила сюда сможет придержать. Угу. Вот этот сундук остался, и вот эти два. Раз, два, три.
громила, беги сюда. Ну. Где громила? Он не бежит, наконец. Отлично, ты пришел. О, гвозди, ништяк. Так, это мы сломаем. Это можно забрать. Раз, два, три. Ударь. Ничего интересного нету. Так, поломлено потом. Так, топор у меня еще есть, но как-то... Ну, бей. Сделаю еще парочку топориков. И вот эти. Раз, два, три, четыре. И вот расщелимся. А, тут генератор, я не заметил его. Что у нас в этом? Микросхема. И все, больше вроде ничего такого нет. Раз, два, три. И назад. Молодец. Четыре. Это можем забрать. Сейчас вернусь, посмотрю, что еще в этом ящике. Ну, восемь. Батареек разве что забрать. Так, громила, пошли со мной. Пошли, 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 пошли. Пошли дальше, 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 дальше. Вот здесь вот сломаем. Два, три, четыре. Неужели на этой базе нет вообще никакого огнестрела? Ну, да, весело. Пошли обратно, пошли, 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 пошли. Тут у нас ничего такого нету. Блин, такое ощущение, что придется собирать реально камни. Больше ничего не вижу. Теперь как отсюда убежать, чтобы его не согреть, чтобы он меня не ударил, телепортнулся. Давай, иди сюда. Ну сюда иди хотя бы. Молодец. Теперь иди сюда. Идешь? Молодчина. Ну все, можно в принципе уходить. Да, вот такой вот рейд. Хотя, может, я что-то пропустил. Да вроде бы нет. Оружие на базе совсем. Всем спасибо за просмотр. Пока-пока.